What's up, народ, на связи Фин, и мы продолжаем смотреть сериал SCP-Fond от Линча. Чуваки, это у нас уже четвертая серия, let's go. И отвечай, кто ты такой? Что это еще за маскарад? Что это за человек? Стоит, не двигается. Че он молчит, ё-моё? Не отвечает. У него руки в крови. Быть может, это... Великое повеки уже здесь. А что, простите? Чума. Чума в этих стенах. Чума? По-моему, он спятил. О чем вы говорите? Уважаемый сэр, я могу вас излечить. У меня есть лекарство. Я не болен. Меня не надо лечить. Я настаиваю. Что? Нет! Что за... Патроны его не берут, что ли? Это что за говно? Проклятие! Быстрее, быстрее! Ну уже давай! Фу. Охренеть! Что это было, мать его? Я выпустил в него всю обойму! А ему хоть бы хны! Но сюда он не может пройти. Это... Чё он такой бронированный-то, блин? Радует. Он вообще не выглядел таким жестким. Так, где я? Чёрт. Там опять какие-то... Что это? Похоже... Это какие-то опять зараженные эти монстры. Эти ребята тоже стали зомби. Но из-за чего? По какой причине? Фак. А, то есть все таки да, это был монстр. SCP-49. А чё он разговаривал? Это он. Эвклид. Чувствительный и жестокий. Да, очень он уж чувствительный. Особенно к пулям. Получается, это его камера. Я думал, ну монстры как-то не умеют разговаривать, как бы, ну вот эти вот из SCP-фонда. Он все еще там. Всякие вот эти объекты. Так, что. Я думаю, это просто какой-то чел пришел, не знаю, помочь там что-то еще. За этой дверью. Проклятие! Закоротило. Туда мне не попасть. Получается, у меня есть два пути. В комнату к этим зомби. Или в коридор. К этому SCP-49. Но учитывая, что у меня совершенно не осталось патронов, положение у меня скверное. Насрать, приклады можно рубить. Но вроде зомби заперты. Там вон какая-то дверь. Да не, блин, эта дверь как-то не особо надежно выглядит. Я думаю, не стоит туда идти. И они ходят в камере. Ладно, посмотрим. Не, ну сюда еще в комнатку можно пройти, а вот к ним туда куда-то заходить, это уже да. Так, похоже, это кнопка. Чисто. Опять компы? Да. Сюда они не могут пройти. Они заперты в камере. Интересно, они его вообще видят? Хоть где-то мне повезло. Им, похоже, вообще все равно на меня. Мне только лучше с этого. Что это за странный звук? Похоже, как будто какая-то сирена или что-то такое. Ходит оттуда. Ладно, надо осмотреть все по порядку. Камера... Куча компьютеров и... планшет. Так, планшет. Там чё, про чумного доктора, про этого? Так, что он мне расскажет? Логотип. Этот баннер, ну, я да, видел у двери. Описание. Блин, я не знаю, он реально похож на какого-то чумного доктора. Чумной доктор. Класс Эвклид. А, ну, так и есть, да. Эвклид. Происхождение неизвестно. SCP-049. Выглядит как традиционный костюм чумного доктора. Материал фактически является частью тела. Прикосновение SCP-49 смертельно для людей. После контакта с рукой жертва... То есть, если до него даже как-то дотронуться... Жертва умирает. Офигеть. Затем он убивает... Реально, тут просто, кроме как везения, блин, нельзя что-то еще назвать. Бывает... Типа Линчу просто повезло, что дверь за секунду буквально он успел закрыть. Тех, откуда-то изнутри тела он достает сумку
содержащую скальпели, иглу, нить и несколько колб с пока не изученными веществами, и начинает препарировать жертву, а также внедрять в тело Короче, маньяк, блин, какой-то долбанный. Личные химические препараты. Примерно через 20 минут SCP-49 зашивает жертву. Через несколько... Как знаете, как маленький какой-то ребенок, короче, решил поиграть себя в доктора. Несколько минут жертва проявляет... Но что-то это зашло слишком далеко. Признаки жизни начинают оживать. Черт, этих зомби создал он. Жертва выглядит абсолютно лишенным высших мозговых функций, но он будет бесцельно бродить, пока не обнаружит человека. В этот момент уровень адреналина и эндорфина жертвы повышается втрое. Он пытается убить любое человеческое существо, которое сможет найти. Условия содержания. Охраняемая камера. Не, ну пока что, как по мне, это самый, наверное, жесткий тип среди всех, которых встречали ранее. Транквилизаторы. Ничего, что может мне помочь. Все понятно. Значит, этих людей превратил в зомби этот чумной доктор. По идее, они должны меня почуять. Но что-то они вообще не обращают на меня внимания. Может, стекло мешает их восприятию? Ну да ладно. Они ко мне не лезут, и мне это на руку. Так, посмотрим, что за этой дверью. Как будто это реально, блин, плохо, что они к нему не лезут. Да, шум явно исходит отсюда. Так, и чё там? А? Что за... Пожар какой-то? Дым? Жар идет какой-то. Похоже, что-то прорвало. Здесь мне не пройти. Проклятие. Дышать трудно. Зомби. Похоже, их привлек звук. Конечно, звук очень громкий. Да, они переместились. Их привлекают громкие звуки. Как только я открыл эту дверь, они сразу подбежали сюда. Но это вряд ли мне поможет. Получается, я в тупике. Там чумной доктор. Эта дверь не работает. А здесь зомби. Может быть, подковырнуть ее чем, хотя здесь нечем. Ну, типа, вот эту вот дверь, которая заклинила. А там? А там дверь открыта. Че, он хочет туда пройти? Да ну нафиг. В камере-то сквозной проход. Я мог бы пройти здесь. Тогда ну, Линч, не дури. Там вон какие-то двери. Нахрен оно тебе надо, ну? Есть. Но... Можно же другие какие-нибудь варианты поискать. Например, не знаю, стол какой-нибудь взять, подковырнуть эту долбанную дверь или там вышибить ее попытаться. Или, не знаю, на крайняк можно через сраный этот дым проскочить. Просто заткнуть там рот, нос и попытаться просто пробежать. Есть небольшая проблемка. Ну, типа, если по фасту реально это сделать, то, в принципе, может прокатить. Эта троица ни за что не даст. Ну, не, ну, блин, ну... Это же жопа! Мне пробежать мимо них. Зомби передвигаются слишком быстро. Да, они же вот быстрые, в этом и проблема. Типа, окей, они были бы медленные, тогда, может быть, и можно было бы, да. Но... Блин, не рисковать я не намерен. Надо искать другой выход. Не, вот можно было бы в крайнем случае, разве что, если бы сейчас прямо сюда, в эту комнату, где находится Линч, ворвался бы сейчас этот сраный чумный доктор, тогда бы да, тогда без вариантов можно было бы просто топить, куда глаза глядят. Где? А так, ну, сейчас пока что можно обдумать, там, все взвесить за и против и, не знаю, выбрать правильный какой-нибудь путь. А что если я открою двери? Их же привлекает громкий звук. Потом... Да... И что будет? Я открою эту камеру, появится звук, привлечет их, потом открою здесь. А, типа он хочет, чтобы они туда убежали, а он в это время отойдет, например, назад в комнату. Возможно, они побегут за мной. Мне надо где-то спрятаться. Блин, ну это же опять надо как-то все максимально быстро сделать. В этой комнате. Да, я успею, до нее не так далеко. Затем.
Останется только ждать, когда... Ну вот, в принципе, окей, тогда норм план. Зомби переключится с меня на звук. Это должно сработать. Другие... Главное, чтобы они были реально настолько тупыми, чтобы все вот так вот получилось. Их вариантов у меня нет. Это сработает. Я должен попробовать. Так, держим кулачки. Ладно. Просто. Так. А, карточка. Отлично. Услышали. Это хорошо. Так, давай. Давай, а давай, теперь... чел, успей. Главное, чтобы успел. Надо открыть эти двери. Да ладно. Неужели ты и этот малейший звук услышал? Ну что ж, действовать надо быстро. Беги, беги, нахуй! Так, так, так. Закрыл! Успел. Получилось. Так, что-то пока они нифига не агрятся. Теперь остается только ждать, пока эти тупоголовые зомби пойдут на этот звук. Валите нахрен отсюда! Боже, давайте. Пошли в жопу! Идите уже отсюда. Вас же привлекает звук. Ну же. Ну, чё встали, блин? Есть. Один пошёл. Всё, пошли вон. И остальные следом. Отлично. Пошли вон отсюда. Путь свободен. Интересно, они зашли прямиком туда? Не видно. Ладно, это мой шанс. Вперед. Давай. Закрывайся. Братан, закрывай. Получилось. Что, съели, уроды? Они типа так махают головой, типа, да, мы съели. Лошары. Да. Это было рисковое мероприятие. Но оно оправдало себя. Теперь я на этой стороне. Фух. Ладно, что у нас здесь? Компьютеры, заметки. Никаких. Надо было еще как-нибудь, знаете, типа, ему встать перед зеркалом и просто вот так вот, типа, ха-ха, лошары тупые. Планшетов, я так понимаю, больше нет. И две двери. Надо обыскать каждую. И потом просто такая херак дверь открывается. А, ну тут, в принципе... Это та же комната. Блин, ну чисто теоретически здесь можно было бы пробежать. Такой едкий дым. Хотя хрен его знает. Может быть и не получилось. Ну что? Ну в любом случае, что сделано, то сделано, окей. Пора двигаться дальше. Неужели эти зомби впрямь думают, что могут пройти через эти двери? Вообще-то эта камера сдерживала Эвклида. Тупоголовые. Чисто. Он ствол достал, как будто он ему поможет. Прощайте. Конечно, щеголять с пустым автоматом — такое себе занятие. Но если я встречу охранника, смогу его хотя бы припугнуть. Да надо залутать кого-нибудь. Опять коридоры. Может быть, был бы какой-нибудь зомби-охранник один? И, типа, как-нибудь убить его прикладом можно было бы и залутать. Потому что по-любому, ну, у охранника будут какие-нибудь там патроны. Это место сплошные коридоры и камеры с объектами. Так. Чё, хреново? Нету на стенках какой-нибудь карты? Типа, с обозначениями, ну, с развилок всех вот этих вот и так далее. Какая-то комната. Вот это прям плохо. Надо обыскать все. Где-то должен быть выход. Я надеюсь, он уже близко. Чисто. Никого. Это похоже на какую-то... комнату охраны, что ли? Компьютеры, микроволновка. Да, гигантские мониторы. Возможно, через них смотрели за всем происходящим в лаборатории. И какая-то еще дверь. И еще одна. Я уже даже не удивляюсь. Это какой-то просто лабиринт бесконечный с дверьми. И что за ней? Черт, не Опа. Срабатывает.
Вот и все. Вот и приплыли, тупичок. Какого? Похоже, здесь нужна другая карточка. Я помню, у агента была синего цвета, а я нашел желтого. Скорее всего... Не, ну в любом случае, эта карта тоже не самая плохая, потому что он уже много куда благодаря ней прошел. Существует несколько уровней доступа и, соответственно, карт. А что если... Что если попробовать подключиться к камерам? Типа, я так понимаю, это еще не самая реально плохая карточка. Может, мне удастся что-то увидеть? Так, камеру сюда. Помнится, я работал в пиццерии во Фредди. И там тоже были камеры и мониторы, подключены к компьютеру. Может, что-то и получится. Так. Да, а вот... Реально сработало. Ты картинка. Ничего не разобрать, правда. Сплошные коридоры, клетки. Стоп. Так, как здесь увеличить? Так, а это кто такой? Это Джон. Джон? Твою же, за ним что-то гонится. Они его схватили. Чё за коробка бежит? Быть не может. Проклятие. Я должен быстрее его найти, пока он еще живой. Но как? Как его найти? Быть может, та дверь ведет на какой-то другой уровень. Зато мы хотя бы увидели Джона. Но туда не попасть без карты. Здесь ее явно... Честно, я даже почему-то не удивлен, что он здесь и все так обернулось. Нет. Скорее всего, она у какого-то сотрудника. Может, у охранника или этих людей в халатах. В любом случае, надо ее искать. Так, оттуда я пришел. Интересно, что за тварь гналась за Джоном? Выглядела опасной. Выглядела как-то наоборот, типа не очень опасная, как-то более рафлана, что ли. Дверь. Я не знаю, можно было ее как-то ногой запинать. Дверь. Хотя она могла откусить эту самую ногу, но все же. Ладно. Пойду по порядку. Надо обыскать абсолютно все. Карточка доступа может быть где угодно. Черт. Опять сраная дверь. Кличка SCP. Кто? А типа, походу, за той дверью, которая справа, будет находиться какой-нибудь SCP. На этот раз. Ну, в принципе, он либо в клетке, либо гуляет где-то по лаборатории. Объект Кетер. 280-й Кетер. Чувствительный и жесткий опять. Чувствительный и враждебный. Да ладно, а бывают другие, что ли? Не враждебные? А что там написано жестокий? Чисто. Что это такое? Так, и он хочет туда зайти, да? Фонарики? Фонарики, то есть, а может быть, фонарики, они типа помогают против него, потому что он выглядит такой темный, типа, и на фонариками, когда на него светишь, ты его как-то, ну, сдерживаешь или что-то вроде такого, ну... Возьмите фонарик. Скорее всего, так. И зачем мне это делать? Ну, ладно. Может, там темно? Или, может быть, он как-то, ну, фонарик помогает найти его, потому что... Опять же, он темный и, может быть, сливается там, не знаю, со всеми объектами. Фонарик лишним не будет. Работает. И довольно яркий. Ну, хорошо. Так. А вот здесь начинаются интересности. Видимо, клетка с SCP... Это похоже на маленький исследовательский центр. Но людей здесь нет. Надо все здесь обыскать. Быть может, найду карту. Так, это лучше закрыть. С чего бы начать? Так много всего. Планшет. Пожалуй, начну с него. Так. Неужели... Это уже дефолт, чисто планшет. Или абсолютно в каждый планшет нужно засовывать эту заставку. Ближе к делу. Глаза в темноте.
Черная масса в форме человека, на голове два больших белых глаза. Растворяется в нескольких сантиметрах от пола. Пальцы... А нижняя часть тела растворяется. Рук очень длинные и тонкие. Ног не наблюдается. Состоит из вещества. Может становиться материальным и нематериальным. Очень силен. Имеется свидетельство, как он голыми руками, без особого напряжения, разрывал листы стали. Так, это... Вот это вот серьезная заявочка. Это уже интересно. Чует живых людей, пределов не обнаружено. Если людей поблизости нет, движется к ближайшей стене и сворачивается, ожидая появления человека. Не ест, не дышит. Приближается на расстояние 14 сантиметров, после чего тянет и раздирает жертву руками. Блин, почему они все какие-то убийцы сраные, эти долбанные монстры, типа, им надо обязательно кого-то убить? Почему нету дружелюбных каких-нибудь монстриков? Не спит. Условия содержания. Следует содержать в камере 5 на 5 метров. Камера должна постоянно находиться в полной темноте. Все сотрудники... А, ну вот, как я и догадывался, типа, комната находится в полной темноте, да, и он, наверное, просто сливается с ней, потому что он сам тоже темный такой, и просто благодаря фонарику как-то легче его обнаружить там. Должны носить прибор ночного видения, ИК-индикатор и мощный фонарик. В случае... Так, ну если у этого есть только фонарик. В случае нападения SCP-280 всем сотрудникам следует... Поэтому с одним фонарем явно не стоит туда к нему соваться. Включить фонарики и осветить того, кого он атакует. В ходе испытаний на различные источники света SCP нарушил условия содержания. Начал спонтанно появляться в освещенных участках зоны и исчезать. Через несколько часов материализовался в своей камере содержания без каких-либо инцидентов. Да, интересный персонаж. Надеюсь, его здесь нет. Но свет горит. Хотя, не совсем понятно. Так это наоборот плохо, если его здесь нет. В камере должна быть полнейшая темнота. Потому что он выглядит тоже как-то стремновато. А при свете он перемещается, так что ли? Ладно. Надо аккуратненько посмотреть. Ну вот зачем оно тебе, ну... Просто прошел бы дальше. Она открыта. Ау, окей. Камера открыта. Это говно опять сбежало очередное. Значит, его там нет. Не знаю, хорошо это или плохо. Я уже расслабился, типа, я думал, он сидит в клеточке, там все как бы нормально, можно было реально пройти дальше, а хрен там плавал. Но его нигде не видно. Значит, он где-то путешествует по... То есть я не пойму, у них, блин, все, что ли, монстры сбежали? В лаборатории, и я могу спокойно все осмотреть. Но все равно нужно быть предельно осторожным. Да, и в камере, похоже, горит свет. Кто-то нарушил условия содержания. Да ну не приближайся ты туда. Держание. Там... Там лежит охранник. И возле него какая-то карта. Вдруг оно там. Точка. Отлично. Хотя... Не, ну ради карточки окей стоит. Вроде никого не видать. Я просто быстро зайду и так же быстро выйду с карточкой. Чисто. Отлично. Карточка у меня. Ну это что же желтое? А? Что за... Ой. Свет выключился. И похоже во всей лаборатории. Это что за звук? Твою же... А вот и он. Мать! Этого еще мне не хватало. Фонарик, ну доставай, блин, что стоишь? Эх, опять закончилось, ну. Самым интересным, как всегда, месте. Ну, умеет он, конечно, выбирать моменты, блин, Линч. Когда стоит заканчивать серию. Ну, ладно. В общем, как-то так, друзья. Ладно, буду на этом заканчивать, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте комментарии. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых роликов. Ну а с вами был Финн, всем пока!